Информация о том, что на этом пустыре построят торговый центр, вызвала возмущение нижнекамцев, ведь рядом два больших магазина. Детей сводить некуда, если честно. Кругом торговые центры. Весь город в торговых центрах. А что для людей-то что-нибудь сделается, нет? Может быть, детскую площадку какую-то, либо же какую-то парковую зону, такую небольшую, которая именно для этих дворов. Где спортивную что-то, спортивное. Ну, для детей, вот, чтобы развивались они. Ну, я думаю, здесь самое то, потому что здесь окон близлежащих таких нету. Дома в другую сторону смотрят. Мне кажется, не помешало бы. Многие сошлись на том, что здесь были бы уместнее спортивная и детская площадки. Их в окрестности не хватает. Люди используют пустырь для прогулок, отдыха, сокращают по нему путь. Уже на днях здесь все огородят высоким забором. Здесь уже начали прокладывать теплотрассу, которая затем будет подпитывать будущее здание. И эти работы должны закончить к сентябрю. Планируется строительство 2 19-этажных многоквартирных дома с подземными парковками и встроенно-пристроенными помещениями общественного значения. Концепция строительства находится на стадии согласования с главным архитектором города Нижнекамска. Перегрузки и дорожной сети не ожидаем. Для этого планируем установить умный светофор, а в дальнейшем по улице Бакир-Манче планируется прокладка трамвайной линии. Схема движения вокруг будущей застройки сейчас в разработке. Нижнекамцев этот вопрос особенно волнует. Уже сейчас там не проехать. А что будет, когда появится еще один магазин и новые дома? Тем временем на одном из сайтов с объявлениями уже появилось предложение по аренде помещения. По указанному номеру нам сказали, что торговые площади запустят в эксплуатацию к концу года. Но точной информации по срокам строительства пока нет. Алмаз Кашаев, Булат Абдульманов, новости НТР.